Итак, всем привет! Тема ролика сегодня – Windows 11 22H2. У меня теперь уже MacBook на процессоре ARM. Windows здесь официально не поддерживается, поэтому мы с вами переходим на виртуальную машину. Здесь у меня Windows 11 22H2. Давайте посмотрим. Идем к теме. Так. Версия у нас 22H2, вот. И сборочка 22621.1. Данная сборка является финальной для версии 22H2. То есть в ближайшее время данное обновление будет распространяться в круге предварительный выпуск. То есть вот здесь. В канале Dev у нас теперь сборочка 25115. Та сборочка относится к обновлению 23H2, то есть к следующей. Отсюда следует вывод, что билд 22621.1, по всей видимости, является финальным билдом, который пойдет сначала в круг предварительный выпуск, а потом ко всем пользователям. Система работает стабильненько, быстренько. Я понимаю, конечно, что у меня не x86 архитектура, однако эту тему нужно поддерживать, что касается Microsoft, что касается Windows. О моем компьютере мы поговорим в следующем ролике. Я решил снять для вас целый цикл роликов, я еще эту тему обрабатываю в голове. Самое главное нововведение, ну оно может, ну для кого как, для кого главное, для кого нет, это закрепление программ на панели задач. Это для многих самое нужное. То есть это то, что было выпилено изначально из Windows 11. Может, это было недоработано, и Microsoft решила отложить и вернуть эту фичу в обновление 22H2. Так, далее мы можем в пуске создавать папки, формировать. Вот. Видео о том, как я установил, то есть, ну не как я установил, а как правильно установить Windows 11 на MacBook'е с процессорами M1, M1 Pro, M1 Max, на компьютеры с M1, M1 Ultra, то есть, у кого, кто у нас самый богатый и у кого есть новый Mac Studio на чипе M1 Ultra, это подойдет для всех владельцев техники Apple на процессорах Apple Silicon. Что я могу сказать по поводу этой сборки? Да, маленькая оговорочка, Windows 11 у меня стоит на виртуальной машине, использует, скажем так, половину мощности моего компьютера. Это не живое железо. Я еще раз повторюсь, здесь нет поддержки. Поддержка Windows осуществляется на компьютерах Mac на базе процессоров Intel. И только Intel. Появилась новость, что сборочка 22621.1 близка к подписанию как RTM, то есть Ready to Market. Простыми словами, финальный. Будем ждать, будем следить, смотреть. Я нахожусь за границей компьютера на базе архитектуры x86-64 у меня нет, поэтому пока мы будем рассматривать Windows 11 на ARM устройстве. Если видео понравилось, с тебя лайк, комментарий и подписка на канал. Красненькую кнопочку делаем серой. Всем пока!